чувство стиля и технологичность поставлены на службу этому грандиозному проекту – созданию современной элитной республики отдыха и спорта. Уникальный не только по украинским меркам, но и по мировым стандартам престижа. Киевский гольф & кантри клаб расположился в 30 километрах от столицы, в живописной пойме реки Сдвиж, на территории, вдвое превышающей площадь Монако. В целом, проект представляет собой комплекс спортивных сооружений, парковых насаждений и жилых клубных резиденций общей площадью более 400 гектаров. Основные спортивные модули комплекса содержат Академию конного спорта, аквапарк, игровые площадки на открытом воздухе, а также главную новацию клуба – три профессиональных гольф-поля разного уровня сложности. Здесь, вдали от суеты большого города, человек волен выбирать желанный образ жизни, сохраняя баланс между включенностью в ритм делового мира и свободой управлять своим досугом, пользуясь вершинными достижениями практики обслуживания VIP-клиентов. Итак, добро пожаловать в Киевский гольф-клуб. Перед гостями клуба и участниками турниров по гольфу открывает свои двери клубный дом. Он спроектирован и технологически оборудован для временного поселения наших клиентов, а также для проведения различных мероприятий. Современная и изысканная архитектура здания органично вписана в природный ландшафт. Комфорт обеспечивают традиционные для клубного дома ресторан с собственным винным погребом, конференц-зал и про-шоп. Рядом расположены приватные зоны членов клуба, переданные в их исключительное пользование. Особо украшает атмосферу клуба музыкальный салон. С патио между своеобразными крыльями здания открывается захватывающий панорамный вид. А череда бассейнов – еще один штрих к ансамблю удобств, предоставляемых клубом. Международная команда архитекторов стремилась создать доброжелательную среду, внутренне раскованную и располагающую к непринужденному общению. Неподалеку от клубного дома запланировано целое созвездие специализированных спортивных площадок, а также бассейна с дополнительными удобствами для полноценного летнего отдыха. Среди представленных видов спорта – большой теннис и баскетбол, гандбол и мини-футбол, волейбол и бадминтон, боулинг и крокет, городки и даже малоизвестный пока у нас петанг. Академия конного спорта позиционирует себя как ассоциированный член эксклюзивного Xenophone Club. Экспертами Венской школы верховой езды специально для клуба разработаны методики тренировок и обучения лошадей, а также программы лекций и тренингов для наездников. Занятия будут проводиться в двух полнометражных конных манежах. Крытый манеж с панорамным остеклением оснащен современными системами кондиционирования и вентиляции воздуха. В любое время года он обеспечит наезднику идеальные условия для занятий. Любителям тренировок на свежем воздухе придется по душе открытый Airspace манеж с уникальной системой инфракрасного обогрева в зимнее время. На территории Академии расположены также многочисленные ординарные тренировочные поля. Для лучших лошадей и всадников, которым доступны высокие, технически сложные системы, предлагаются площадки Military Show и Show Gimping. Однако главной жемчужиной Киевского гольф-клуба, безусловно, является каскад гольф-полей. По оценкам специалистов, лучшим среди них станет 18-луночное поле Чемберлен. Разветвленная система водных препятствий и заболоченных участков, сложный и свободный дизайн поля, тактические альтернативы игры, заложенные практически в каждой лунке, бросают вызов не только любителям, но и лучшим игрокам мира. Проект поля предполагает возможность проведения международных турниров. Классическое 9-луночное клубное поле, соединяющее леса и открытые холмистые территории, относится к традиционному виду поля.
И, наконец, своеобразное девятилуночное парковое поле, уже одно название которого говорит само за себя. Великолепная подборка цветущих кустарников и деревьев. Плавный холмистый рельеф сделают его гостеприимным и доброжелательным к начинающим игрокам. Свои первые уверенные шаги любители гольфа смогут сделать в гольф-академии, на паттинг и чиппинг-гринах, а также на драйвинг-рейнже. Три клубные резиденции, различные по площади и архитектурно-стилевому решению, размещены в территориально разнесенных зонах комплекса. Солидные особняки, уютные коттеджи, практичные и удобные лейнхаузы. Каждый из этих типов резиденций ориентирован на узкую категорию статусных потребителей. Инженерная инфраструктура комплекса выполнена по первой категории. Это касается технических характеристик поселений, общей системы охранных мероприятий, качества транспортных развязок и телекоммуникационных сетей, обеспечивающих доступ к многоуровневым пакетным сервисам. Объем, перечень и содержание услуг, предоставляемых будущим жителям резиденции, соответствуют всем требованиям первоклассного обслуживания. Гольфстрим уже принимает первых гостей. Этот беспрецедентный по масштабам проект создан усилиями сплоченной профессиональной команды архитекторов, дизайнеров и менеджеров. Теперь он готов превратиться для наших клиентов в уютный дом, чистый город и в открытый мир элитного отдыха.